В Питере есть ресторан сенсорной кухни, где смелые блюда сведут вас с ума. Перед вами дерево, срываете плод, а это паштет из куриной печени. Или вот уголь, что внутри? Креветка. Теперь покатаем игрушечный трактор по сену из трески. Осторожно, можно обжечься свечой, но она не из воска, из пряного жира. А заказала десерт и принесли мольберты краски, съедобные, а холст кокосовая меренга. Такие необычные подачи можно найти в ресторане Лев.